Всем привет, всех с праздником, с вами Владислав Север. Сегодня получил, сделал себе подарок, заказал новый дымогенератор от ИП Федотов. Обещали, что он изменен и улучшен. Сейчас будем сравнивать. Так, вот мой старый дымогенератор, он устал, основная проблема, вот меня беспокоила всегда, это вот этот узел крепления стакана зольника. Резьба со временем стиралась, там и зольник плохо крепился. Ну и видно по нему, что он почти 3 года работал, но все еще продолжает коптить и выполнять свою функцию. Как бы отменно коптит, все работает, но как бы захотелось мне новый. Так, открываем коробочку, что мы тут видим. Приятный бонус в виде щепы, 4 мешка. Вот. Крышечку я сразу вижу, изменили. На старых крышках она была более тонкая и крепилась менее надежно, потому что нижний слой был из тонкой нержавейки. Теперь они этот момент учли, изменили. Более массивная ручка, удобная. Вот. Очень интересно, конечно, это и в руках держать, и вообще эстетически. Так, вот сам дымогенератор. Вот этот узел усилили резьбу. Теперь зольник будет более качественно и плотнее держаться. Это замечательно. Сам он выполнен из хорошей, более качественной нержавейки. Так. Все узлы вроде как тоже заменили. И вот система очистки дыма и охлаждения. Я очень доволен новенькому приобретению. Будем коптить дальше. Радовать клиентов. Вот. Ну и система нагнетания. Раньше она была выглядела как компрессор, а теперь она вот в виде такого вот нагнетателя. Но с таким я уже коптил. Очень удобно. Очень хорошо регулируется подача дыма. В общем, я благодарю вас. Очень рад. Спасибо.